Народ, всем привет! С вами снова училка физкультуры в Эмиратах. И сегодня мы в Лувре. Мы в Лувре. Очень здорово. Вот, нас доставили на машинке. Садились мы в такси. Что самое интересное, таксист спросил нас, вам в какой Лувр. Прикольно, наверное, в Париж мог нас отвезти. В общем, все возможно в Эмиратах. Что самое интересное, я как учитель сегодня посещаю Лувр бесплатно. Весь октябрь, благодаря Дню Учителя, учителя заходят в Лувр бесплатно. Нужно просто зарегистрироваться и предъявить документ. Так что сегодня мы смотрим Лувр, ставим лайк, подписываемся, пойдем. Вот через такую дверь мы заходим. Дверь вроде как нормальная, крутяшка, но немножко стрёмненько. Ладно, сейчас едет вроде. Ох, едет, класс. Входим в Лувр. Ага, здесь будет досмотр. Прошли мы сканирование, проверили нас на наличие опасных предметов. Проверили мой ID учителя. Вот мы входим в первое здание экспонатов Лувра. Вот как Лувр выглядит. Людей, слава богу, мало. Снимать разрешили, я спросила. Думаю, куда идти, следы ведут сюда. А дверь открывается автоматически. Хорошо, что женщина вышла. Я подзастряла чуть-чуть. Теперь все понятно. Значит, народ, можно закачивать приложение. Или просто поймать здесь интернет. И все вам будут рассказывать, показывать. Во второй зал. Очень удобно, если у вас есть приложение. Просто можете подойти к интересующему вас экспонату. Вот здесь вот нажать 101. Берите наушнички обязательно. Наушнички не дают. И вам в наушничках все расскажут. И даже очень интересно, на вашем родном языке. Вот это уже зал более интересный. Ого, кого я вижу? Привет из Египта, Рамзес.
Сфинкс. Сразу узнаю. Была в Египте 2 раза. Путешествовали. Все с отбитыми носами. Всегда. Точно, сфинкс. Mythological creature. В общем, якась така мифична потвора. Стараюсь не сильно говорить, все-таки люди есть и просили громко вовремя не говорить. Смотрите, какое дракошко потрясающее. Вот. Самое красивое животное здесь. Здесь воистину смотрю, блюда, потом фигурка из Китая, как бы такой лампочкодержатель, и Сократ. Все стены в одном музее в Лувр Абу-Даби. Следующий зал, вроде как 4-й по счету. Ну, странно, какой-то пустенький. Ой, народ, куда идти? Ага, так. Так, так, а, вон, вижу, вижу. Все, мы не потерялись. Отлично. Вот на самом деле 4-й по счету зал. Вот эту фигурку я точно где-то видела.
действительно на удивление смесь стилей. Вот смотрим из Нормандии, Франция, девственница и ребенок, и рядом Коран. Смотрим. Да, Virgin and Child и Коран султана Абдулы Эль-Саади из Марокко. Такое волшебное, чудесное смешение стилей. Ну, зал так и называется «Религия и Вселенная». Ну, поэтому все понятно, почему такое смешение стилей. Мне этот зал очень понравился, вот, больше всех пока. Из одного зала в другое, какая водичка. Зал с золотишком, кстати. Кулончик. Ювелирка в форме полумесяца, браслетик. И еще браслетик. Ах, тяжело снимать. Освещение плохое. Ох, какие красивые дракошки. Вот древние подвески. Наверное, вообще ничего не видно. Нельзя вспышку включать. Пишут из бронзы, из золота, монетки. И здесь так темно. Опс, стекло стукнулось. Просто древние монетки. Это уже золотые, наверное, наконечник был из бронзы. Эх, раньше можно выйти, вот такую красоту посмотреть. Сейчас перегорожено, корона, чтобы люди не выходили. Бассейны красивые, луврские, птицы летают, водичка, красивые потолки оформлены. Ну, сейчас все за закрытыми дверями, к сожалению.